Здравствуйте, представляем вашему вниманию лот номер один. Aldi Children Jacket Spring Summer. Страна Германия, демисезон. Количество мешки 11 штук, вес мешка 3600. Микс детских курток весна-лето. Такой вот комбинезон. Он на застежках. Также здесь регулируется. Здесь убавить, прибавить можно. Внизу резинка под обувь. Нарост 74-80, цвет отражающей полоски. Такая жилетка. Жилетка на клепках. У нее капюшон. Утепленная баллоневая 86-92 на молнии. Карманы также на молнии. Ветровка со светоотражающими полосками. Здесь у нее есть карман, имеются у нее некоторые затяжки на куртке, но незначительные карманы. Здесь липучки, резинки. Внутри флис, нарост 140. Ветровка на липучках. Молния. Нарост 74-80. Карманы на рукавах, липучки, резинки. Капюшон также отстегивается, внутри хлопок. Комбинезон уже утепленный, такой зимний, 74-80. Внутри флис, здесь карманы, карманы на молнии, светоотражающие полоски, рисунок. Здесь липучка, молния, здесь также резинка имеется, липучка, клепка, резинка. Здесь застежки, регуляторы. Ветровка, внутри утеплитель флис, молния, карманы также на молнии, светоотражающие полоски, рисунки имеются на рукаве, липучки. Внизу куртки есть утяжки. Также нарост 146, капюшон, флис утепленный. Дождевик непромыкайка. 146-152 на молнии, внутри подкладка хлопковая, клепки также молнии, все в рабочем состоянии, карманы на клепке, рукава, манжет, резинки, капюшон хлопковый внутри. Такой же дождевик плащ на девочку 134-140, яркий желтый цвет, красивый. Куртка на мальчика 98-104. Куртка ветровка такая же светоотражающая, на рост 28. И комбинезон также светоотражающий 98-104. Спасибо за внимание.